Что мы знаем о дальнейших планах Джана Эмана? Будет ли он сниматься вместе с Ханной Эрчель в новом сериале Disney+? Продолжит ли он работу в Италии? Мы попытались ответить на вопросы, которые волнуют поклонников звезды. Джан Яман, который последние полтора года работает в Италии, продолжает оставаться на повестке дня благодаря успешному летнему турецкому сериалу «Ранняя пташка». За это время он сыграл небольшую роль в популярной итальянской мыльной опере «Да поможет нам Бог» и снялся в сериале «Фиолетовый как море», выход которого на телеканале «Канале Сан» отложен до осени. Как сообщил недавно актер в интервью итальянской прессе, он чувствует себя итальянцем и намерен продолжать сниматься в Италии. Через 5 лет он видит себя в итальянском кинематографе. Для подобных утверждений у Джана есть весьма серьезные поводы. Как стало известно, в случае успеха сериал «Фиолетовый как море» продлится несколько сезонов, так же, как и сериал «Сандакан». Правда, съемки последнего отложены на год из-за технических проблем. Пока же Джан должен отправиться в Турцию, где скоро начнутся съемки сериала компании «Айяпым» «Турок» «Эль Турка», повествующего о турецком офицере во времена осады Вены, который поднял восстание и освободил итальянскую деревню от феодалов. Информация о том, что в сериале будет сниматься Ханна Эрчель, оказалась фейком, который не редкость в турецкой прессе. Партнершей Джана в этом проекте будет зарубежная актриса, скорее всего, итальянского происхождения. Пока же Джан получает награды за свою благотворительную деятельность. На прошлой неделе он принял участие в кинофестивале в Монте-Карло, где ему была вручена награда за деятельность ассоциации «Джан Яман для детей». Мы ожидаем объявления даты начала съемок сериала Disney+, а также имени актрисы, которая станет партнершей турецкого актера. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.